Совсем немного времени остается у югорских выпускников на подготовку к государственной итоговой аттестации. В этом году подтверждать знания, полученные на школьной скамье, будут около 9500 11-классников и порядка 20 тысяч 9-классников. Об этом на прямом эфире рассказал директор окружного департамента образования и науки Алексей Дренин. Трансляция прошла в рамках федерального проекта «Объясняем.рф». Вузы региона в этом году предложат абитуриентам 3000 бюджетных мест. В югорских «Альма-Матер» можно получить много профессий. Спектр широк – от нефтяной отрасли до медицины и педагогики. Что касается сроков, сейчас вовсю идет досрочный период. Он будет идти до середины мая. Стартовал он 21 марта для обучающихся по уровню 11 классов. И 21 апреля он стартовал для девятки. Основные участники досрочного периода – это выпускники прошлых лет, которые либо хотят дополнительно сдать какие-то дисциплины, либо улучшить свой балл, который они получили в предыдущую кампанию, и, соответственно, дальше поступить в высшее учебное заведение. В целом мы стартуем во второй половине мая, 20-х числах.